Темный город, улицы, наполненные безликими существами. Каждый день я наблюдаю за ними через свой шар. Как же скучно день за днем следить за ними и помогать им в их никчемной судьбе. Этому парню хочется наслаждения. Хорошо, брошу ему частицу своей фантазии, и он встретит девушку, а может и парня, и они проведут вместе ночь, а может день. Может, год, а может, всю жизнь. Скукота. А может, это будет девушка, у которой слишком много счастья. Хорошо, брошу ей щепотку отчаяния, и ее жизнь перевернется с ног на голову. Скучно. Вся жизнь как в кошмаре. А, да, забыла представиться. Мое имя Лилит. И я нахожусь на службе у самого сатаны. Моя работа не пыльная, но очень скучная. Хотя это лучше, чем жизнь до. И да, я умерла и переродилась. Всем привет, мои дорогие котята. С вами Мурка, дикая кошка. Из фрагмента вы поняли. Да, у меня новая ос. И она становится лицом моего канала. Это очень круто и классно. Кстати, забыла упомянуть, она суккуб, мечтающий о другой жизни. И думаю, что эту жизнь мы будем наблюдать вместе с вами, мои дорогие. Давайте посмотрим на нее немножко в другом формате, и вы увидите, какая же она на самом деле может быть. Я буду твоей госпожой, а ты моим псом. Мне можно отвечать только «да» или «га». Непослушные питомцы мне не нужны.